Ровно год назад столицу Мексики сотрясла трагедия. Рухнула эстакада, по которой двигался поезд метро. Она обрушилась прямо на поток машин. Погибло 26 человек. Но справедливости родственники жертв так и не дождались. К ответу до сих пор никого не призвали. «Сегодня первая годовщина смерти моего брата. Мы ждали его тогда, но домой он больше не вернулся». «Этого ужаса я не пожелаю никому. Видеть кровь, части тел, тела людей, которые только что стояли рядом с тобой. Они не были моими родственниками или знакомыми, но это были живые люди. Это ужасно. Я долго не мог оправиться, но сейчас мне уже лучше». В сентябре прошлого года городские власти опубликовали отчет независимого аудитора. В нем говорилось, что эстакада рухнула частично из-за того, что в балках отсутствовали некоторые болты. Генпрокурор Мексики тогда заявил, что есть основания предъявить обвинение ряду лиц и компаний. Однако с тех пор дело не продвинулось. При этом миллиардер Карлос Слим, чья фирма участвовала в строительстве рухнувшего участка, сказал, что они восстановят его за свой счет. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.